Сегодня у нас проходит круглый стол по туризму в рамках съезда предпринимателей. Ну, так как туризм – это наша перспективная отрасль, да, то, конечно же, съезд предпринимателей не мог обойти такую вот, ну, очень важную тематику. А плюс еще в том, что это проходит в преддверии туристского сезона, но это как бы даже немножечко такое установочное совещание перед началом. Сегодня мы обсудим такие вопросы, как развитие инфраструктуры, аттестация экскурсоводов, маркетинговое продвижение, работа на ОПТ. То есть мы с предпринимателями сверим наши точки, да, ну, потому что мы же не можем так развиваться как-то самостоятельно, да, соответственно, мы должны, ну, работать на нашего потребителя, а наш потребитель – это не только турист, но и туристическая компания. Совместно с предпринимателями мы должны выработать единые подходы, единые решения для того, чтобы, ну, двигаться в одном направлении. Конечно, не все вопросы решены, то есть мы, в принципе, по отдельным вопросам будем корректировать наши совместные дальнейшие планы. В туризме нам такие мероприятия вообще нужны постоянно, потому что происходит своеобразная сверка, то есть движемся ли мы правильным путем, насколько это востребовано и у потребителя, и у самого туроператора, или у гостиницы. И также, когда поступают какие-то, а сейчас такой интенсивный достаточно год для туризма в связи с введением национального проекта, новые вводные, нам приходится корректировать и административную работу, ну и, соответственно, туроператорам тоже нужно узнавать новое и знать, как работать в новых реалиях.